Господа депутаты, я выступаю в данный момент не только от фракции «Яблоко», от имени фракции «Яблоко», но еще от ряда депутатов, входящих во фракцию «Справедливая Россия». Наша общая точка зрения заключается в том, что подготовленные документы, внесенные на рассмотрение, являются абсолютно некомпетентным документом. Или, если говорить по-другому, в этом документе, я отвечаю за каждое свое слово, ничего, почти ничего не соответствует действительности. Этот документ является ложью. Это первое. Второе обстоятельство. Я хочу доложить депутатам Законодательного собрания Санкт-Петербурга, что действия, которые пытаются поддержать в этом документе, не соответствуют ни российской конституции, ни международному праву, ни в одном пункте. Все, что принял Совет Федерации, и все, что здесь поддерживается, не соответствует российской конституции и международному праву. Именно поэтому ни одна страна мира не поддерживает эти действия. Ни Белоруссия, наш ближайший союзник, ни Казахстан, никто, ни одна страна мира не поддерживает. Этот документ вместе со всем тем, о чем здесь идет речь, наносит огромный ущерб Российской Федерации и национальным интересам России. Ущерб, который очень трудно будет исправить. Далее. О политической стороне дела. О политической стороне дела. Я обращаюсь к каждому из вас. Поддерживать действия, направленные в конечном счете на войну России с Украиной, является преступлением. И каждый, кто это поддержит, должен знать, что если кровь прольется, она будет на ваших руках. Каждый должен это помнить всю жизнь. И, наконец, последнее. Господа депутаты, вчера президент России сделал все, чтобы успокоить ситуацию. Ну, насколько это мыслимо? Вы же продолжаете ее подогревать и раскручивать. Ваш прогиб совершенно не нужен. Сейчас никому. Найдите другой способ прогнуться. Спасибо большое.